Ну что, погорельцы, давайте, кто лезет сегодня в пекло сегодня со мной? Новая колония. Значит, вот на этот раз отыгрываем дикарей. Дикари, блин. Как обычно, Рэнди Рэндом. Окей, значит, история дикарей заключается в том, что они убежали, их дом уничтожили, они убежали. И поскольку мы не падаем с орбиты, по отыгрышу я, в принципе, имею моральное право выбрать локацию. И локацию я, скорее всего, выберу в умеренном лесу. Ну, давай, наверное, этот вариант возьмем. То есть мы, короче, убежали откуда-то отсюда, пробежали вдоль шоссе, такие, фух, окей, надо-то сломануться, тормознуться и где-то остановимся здесь. Короче, поехали, ладно, хватит. Валя дурака, мы коллективисты. То есть зародилась идея, и по ходу темы мы будем уже развивать. Но поскольку мы трайбалисты, то мы немножко меняем нашу культуру на куранцы, типа а-ля дикари. У нас священные животные, хаски и коты. Ну, слушай, да, как есть тогда. Поехали. Окей, где мы приостановились? У нас есть посадочная полоса тут, по тут. Очень даже неплохо. Так, окей, значит, что я умею? Я миличник. Тогда я возьму как статус свой этот лидера. Дой у нас будет комиссаром, поскольку у него подвешен язык. О, у нас кот есть сразу же, и хаски, и кот. Окей, бургер. Видишь, вот это, короче, твоя мечта слоит. Это у нас появился сырок. Сразу просто, не отходя от кассы. Бургер, ты доволен? Вместе со своим котом. Окей, ладно, поехали. Прежде всего, нам надо будет посадить хавло. И нам надо трава, потому что, чтобы не было психопатов, этот, надо немножко народу расслабляться. Давай лучше психоид, здесь его побольше сделаем, потому что, во-первых, на продажу каравана мы можем давать. Чтобы не было психопатов, давай лучше психоид, не было психопатов. Давай лучше психоид, когда народ накуривается, он немножко менее эффективнее работает. Ну ладно, два поля по-любому сделаем. Трава, чай, рис, хилрут. Все сразу бросаются воевать с огнем, если что. И у нас нет мозгов. Один тот режет собак нафиг, другой вообще просто жрет халявное мясо. Я обратил внимание, что очень-очень сильно колонии иногда сыпется с хреновым настроением, поэтому я уже думаю, сразу отдельные хаты им сделаю, чтобы они не психовали. Значит так, комнаты на всех есть, хорошо. Социализм в данном случае имеется в виду народ для народа, скажем так. Тогда я возьму как статус свой этот лидера. В чем заключается смысл социализма? Для народа. Вот работают негры, да, до ночи. Для народа. Завтра мы сделаем кухню, столы и так далее. Не всем хата досталась, конечно, но не страшно. Ну, у Легалекса единственная дыра в стене. Ну, еще страшно. О, и у нас сразу же эта тусовочка Джондо устроила. Бургер, просыпайся, харе, иди потусуйся, пообщайся с людьми там, блин, аутист. Надо было хотя бы костер или что-то в этом духе сделать. Эйджел рекомендует. Цинь. Единственное, я не понимаю, почему Бургер и Богдан не идут на охоту. Со временем, если еще кровь, уже потом подберешь. Наконец-то у всех стены есть. Уже у каждого своя хата, без бараков. Но надеюсь, если сейчас мы мафала настреляем, у нас будет достаточно шкур, чтобы сделать себе это постели. Тут можно, да, там другие крупное поселение построить. Такое очень хорошо, этот, укрепленное. Пошел охотиться на это мафало, да? Хорошо. Нет, не ешь сырое мясо, ну заколебал. На самом деле, да, я херней занимаюсь опять. Цинь. Как все хорошо начинается, да? Никто бы не подумал. Рэнди, что я тебе такого сделал, а? Такая очередь за мясом стала. Вот это я понимаю социализм, да? Да ладно, серьезно. Нутриентка. Ну хотя бы мясо, чтобы они съедали, да. И у нас уже рейд начался. Это было быстро. Нифига себе, уже с молотого мисс нога. Да вы что, обалдели что ли? Кстати, точка вообще идеальная, да, для перехвата вот этого вот. Ну, давай попробуем. Ладно, они, когда начнут атаку, мы сюда ломанемся. И попробуем этот, здесь их встретить. Окей, топайте сюда. Очень подходящее это место. Блин, я, кажется, делаю ошибку. Ладно, идите пока отдыхайте. Потому что они там, я еще не знаю, сколько они простоят. А, не успеваем. Блин, вот, конечно, да, я отдал дубу. Значит, я с Дой на ножах. Так, хорошо, мы этого забили. А,
Отлично. А, не, подожди, у нас же есть хороший медик, правильно? Давай его захватим на эти... на компоненты. Для народа. Не, этого я, конечно, не догоню. Хотя, в принципе, он немножко не так быстро двигается. Не, догоню, догоню. Желательно, чтобы живым, конечно, взял его. Ну, я имею в виду, что... А, окей. Невелика беда. Отлично. Теперь у нас в племени появилась пушка. А потом уже заберем у него легкое. И заберем почечку. Эджил рекомендует. Нет, паста у меня сдохла. Блин, а что так быстро испортилось? Я, конечно, с таким замахом и размахом все это делаю. Но, в принципе, почему бы и нет? У меня как бы 5 человек поселили. Надо думать фундаментально. Это глобально, да? Глобально фундаментально. Так, окей, у нас название фракции. Ну, это понятно, это мы будем эсэсовцами. И давай, чтобы не скатываться к оригинальным истокам в банальщину, вместо красного, красной площади у нас будет красный ромб. Red Rombo. И оно как-то звучит, наверное, да? Нет. Ой, начинается. Свагман, беги, и все остальные на помощь. А, все они побежали? Ой, ё-моё. Не-не-не, отступаем, отступаем. Не стой, не стой, нет, не надо, беги, просто беги. Я надеюсь, что дверь у нас закроет. Окей, ладно, вы пока на склад-то, да. А, жопа, проскочили? Нет. Не, просто убегайте. Просто, нет, просто убегайте. Не, просто убегайте, блин. Парти Харт и Свагман еще тут, блин. Да ладно, камон. Нет, Хаски наш Парти Харту этот. А, Леголекс тоже пал. Так, я, пока я с бургером ноги делаем. О, давай, давай, сюда, сюда, вроде здесь... Не, здесь, кажется... А, нет, здесь есть какая-то одна дверь, можно сюда спрятаться. Давай, бургер, бежим сюда. Окей, все, сидите тут. Все, отдыхайте. Ну, в принципе, я думаю, кто-то должен выжить, потому что они только их забодали, то есть это там не такие несерьезные раны. Окей, я думаю, они на них хотя бы день не продержатся, пока Маффл не успокоится. Ну, ну чё, браток, сидим мы тут вдвоем сидим-то. Давайте, может, историю какую-то расскажу. Как я этот, как я стенку строил, потом как я этот готовил Маффл это. Ну чё ты так это сердишься? Мы все люди, мы что-то в деревнях живем, вот землю ели. Браток, ну давай мы в шашки поиграем, а? Ну, это. Хочешь, что я, как, хочешь, я расскажу, как я отжимался? Вот мне это. У меня грыжа была на рычаг похожая, мне ее потом отрезали. Ну, ну чё ты сразу? Да, да, да. Ну давай сейчас. Раз, два, три, четыре. Ну, ну будьте ж людьми, ну что вы сразу начинаете, ну? Я ж говорю, вот тут мать моя, этот, в качалку у меня, это, к боксеру, да, этот. А потом мне в дыхалку как дали этот, и я сразу говорю, мам, все, я не могу это. Браток, ну тут вот сидим же тут, там три фазы этот, сейчас выйдем в этот, Маффл успокоится, потом будем друг другу теребить шишку. Все, они, конечно, успокоились, окей, ладно, выходим. Не, подожди, эти еще бегают здесь. Да, все, успокоились, хорошо. Так, давайте Сагуманыча спасаем и па-па-пам. Стоп, бургер у меня же врач, да? Да, окей, хорошо, ты пока занимайся этими ребятами. Петухи есть. Это неплохо. Потом остальных рогов. Сейчас, держите, пацаны, уже хавка вам готовится. Сейчас мы вас накормим. Потом Маффла, который здесь еще сидят, этот добьем. Бургер, ты что, у нас тоже голодный? Да, иди жрать. Потом поспишь. Окей. Ну, в основном, мы очень легко отделались, на самом деле, потому что синяки. Пучки. Ай, начал. Ну, вот этого я боялся. А, запорол. Да, елки-палки, ну. Да, ты шутишь. Ой, ну началось, еще этого не хватало. Он так голодный, так... Эх. Еще и проблевался. Слушай, этого пока я не корми, этот перебьется. Народ для народа, скажем так. Кстати, мы этим Маффла можем заморить голодом, если мы сейчас все срубим. Ну что, попробуйте, рискнем, потому что у нас сейчас голодовка остается. А, ну блин, ну опять 25, ну как так, а? А, нет, нет, ну почему они такие агрессивные стали? Беги, бургер. Ай, ну это жопа. А кушать как? А нет, меня тоже бьют. Ладно, принимай бой. Слушай, он меня конкретно через 10 часов, мне кажется, вырубит. Окей, Леголекс, давай спасай меня. Окей, хватай меня и беги сюда.
Дверь не... Ну, срок, ну чё ты залез, а? Я ещё на психите сижу, блин. Как всё хорошо начиналось. Откуда? А как он пробовал? Это крыса сраная, да? Видишь, они дверь ещё выламывают тоже. Это чёртова крыса, это... Так, этот мафл успокоился, Хорошо, всё. Сейчас будет мясо, секунду. Держись ещё. Почему он умер? Давай, наверное, пока его закопаем, может быть, где-то. Чтобы он там народ не расстраивал. Давай, за углом. Можно Дое сожрать, а где похоронить? Вот. А про бургера мы-то забыли. Я просто устал уже. Никакой. Так, иди положи меня в койку. Позаботься обо мне так, как я заботился о тебе. Кстати, крысу надо сожрать, в самом деле, что я не догадался. Осталось 17 кусков мяса, у нас вроде где ягоды еще есть, да? Давайте, пацаны, давайте, от вас зависит сейчас, от вашего сбора урожая. Ну, Лего Лекс, ну какого, нашел ты время сейчас этот, становиться этот, потерянным аутистом? Ура, мне рис несут, сырой. Давай этого козла тоже накормим, пока он не умер. Что? Кого он пошел убивать? Только не сырка, не убивай сырка. Нет, сырок! Нет. За что? Некому Ираша, наверное, увидел кота, услышал, что убили кота за стенкой. И впал в этот, в Ниссосо. И никто даже бургера не может подобрать. Донор нас выбежал, он сейчас еще Леголесу по голове даст. У нас Вагман набросился с кулаками. Он хаски идет, конечно, убивать. Ну, Богдан, ну что ты творишь, а? Кошмар какой. Ну что ты... Куда ты ломишься? Подожди, Леголекс набросился на него с ножом? С оружием еще здесь портится под этим, блин. На тебе хедшот. Бургеру дались от дикари. Он решил уйти из социализма и стать диким человеком. Он решил покинуть цивилизацию. И жрать теперь, он теперь будет жрать на наш рис. И мы ничего по этому поводу не можем сделать. Один аутист и два инвалида. Животные умерли в коробках своих. Так, куда ты побежал? Тебе надо рис собирать. Так, окей, все, хавай. Не, отдыхать потом будешь. Сейчас остальных надо накормить. Меня надо накормить. Для народа. А бургер, да, нормально точит, блин. Мой рис точит. Он-то собирать может, блин. Теперь он будет питаться моим рисом. Зараза. И причем у него сбор урожая получается. Дикари, блин. Сначала разделай труп. Надо всех накормить. Что? Нифига себе. Ну я этого не ждал. У меня вообще на 50% вера в социализм упала. И я ушел в транс. Эти приперли, дикари пришли посмотреть на социалистов. Лучше всего оказался бургер, да, просто. Жрет мой рис, тварь. Еще труп этот валяется дурацкий рядом тоже. А как все начиналось? Такие были грандиозные планы, так все стремились. А теперь получается, что одичавший бургер и ест рис. Народный рис. А я сижу в комнате, заперся, потому что я как координатор социализма просто этот, разочаровался в нем и ушел это аутировать. Эти смотрят, думают, ни хрена себе у вас, пацаны, все залито кровью здесь. Посмотри, ты же дикарь, блин. Социальный дикарь. Оставь мой рис, я не для тебя собирал, урод. Если бургер вообще все это шмотки скинул, типа. Эти насмотрелись, посмеялись и ушли. С горя социалистов. А бургер ходит, что это, шмотками разбрасывается. Хватит, иди. У тебя целое поле, чуть ли вот этот рис тебе отдался мой. У тебя вон сколько иди можешь жрать там собирать. Иди отсюда. Метеорит упал. Надо было, чтобы на голову свалился для полного счастья. Траванулся рисом. И этот зараза точит.
Нам надо как можно быстрее сожрать весь рис до того, как бургер сожрет его. Я вижу, куда этот зараза идет. Хватай рис. Не дай этому говнюку рис сожрать. Да, с мафала, конечно, у нас все это очень плохо получилось. Очень плохо получилось. Не, то, что бургер здесь выживет, однозначно. Ну опять рис у меня подрезал. А, у нас мясо, кстати, еще сосом. Но мясо закончить. Нормально поем рядом с трупом. Сел на труп просто такой. А сырок разлагается. Блин, надо бы сырка тоже пустить на мясо, но не получилось, увы. Надо, короче, торопиться, чтобы просто бургер не сожрал весь рис. Это гонка социализма против бургера. Вот пока он дрыхнет, сейчас надо быстро у него из-под носа весь рис собрать, отнести, запереть его. Надо отожрать всех сырым рисом. Извини, чувак, мне сейчас реально не до тебя. А, это я потащил. Как только бургер проснется, сразу на бутылку. Да ну какой кататоник? Ну он тут шутишь, что ли? Куда он пошел? Где бургер? Я бургера не вижу. Где бургер? У меня бургер отсутствие. Если я не вижу бургера, я напрягаюсь. Что, я знаю, как это зараза, что какую-то херню задумал. Ах, вот этот зараза, он пришел все-таки сюда. Наконец-то. Да, Богдан, нормально покушаешь. И главное, чтобы не проблевался вот это. О, Леголекс у нас наконец-то восстановилась. Полностью. Хорошо, это радует. Интересно, а бургер его будет рис? Или он, наверное, обычную еду тоже будет у меня за этот воровать, да? Лучше мне, чем ему. Правильно? Вообще, надо бургера посадить в тюрьму, мне кажется. Чтобы он не... Хотя, с другой стороны, так кормить и так кормить. Леголекс, красавец, молодец, давай, занимайся посадкой, в самом деле. Ну почему у меня заяц в госпиталях шляется, а? Хотя, пока я их построю... Начинается опять, ну... Куда он побежал? Что он по... За Леголексом побежал? Леголекс! Беги! Да аккуратно до бургера, не до... а не, он решил докопаться до бургера. Да, Богдан у нас умеет драться. Тем не менее, я все равно слился. А чё ты до меня докопался? Отвали! На! Будешь сидеть с коробкой здесь. Нифига себе! Леголекс бургеру руку отрезал! Леголекс бургеру руку отрезал! Леголекс бургеру руку отрезал! Оказывается, у нас бургер однорукий стал. Доигрался, дурак. Ну ничего, мы тебе палку пришьём. Все, теперь ты будешь здесь жить. Ай, на, пожри сырого зайца заодно. Нифига себе, все, зайца сожрал. И все из-за этих двух муфала нафиг. Что пошло не так? Вообще надо муфала, честно было говоря, замочить. О, еще народ пришел поржать. Там, наверное, реально ходят, идите посмотрите на этих кадров, знаешь. Слушай, наверное, бургера, наверное, выпустить. Пусть, наверное, сам этот... Хотя, не, этот зараза, я знаю, он просто возьмет и сожрет то, что у меня есть. Не, убежал куда-то. Окей, все, хорошо, беги. А, он кусты ест. Ладно, это лучше, чем картошка. Стоп. Нет, пока он не добежал, надо картошку скормить другим. Может как-то запереть картошку? Нет. А, вот почему. Потому что, наверное, надо предупредить. Блин. Бургер, ты достал. Последняя картошка, которая у нас есть здесь на поле. Бери ствол. Иди на мафала. Все, это уже здесь без вариантов. Главное, чтобы бургеру картошка не досталась. Если ты уже заагришься, чувак, не пеняй. В смысле, пеняй на себя. Но нам нужно мясо. Конечно, я надеюсь, что мафала не сагрится. Не, убежала. Окей, хорошо. О, я встал! Наконец-то, блин. Хотя бы рань мафала, ну хотя бы в течение там пару дней этот истечет кровью. А, быстрее! А, вот почему этот зараза. Ну, что ты будешь делать, а? Сидит такой, думает, сидит за столом, голову подперел руками, думает, бля, что теперь делать, а? Опять этот проглот приперся. Ну, ты, куда ты мою хавку оставь, ты ее, козел? А, спать пошел. Пока он спит, сейчас надо накормить кого-то. В принципе, Леголекс может заниматься дальнейшей охотой на мафала. Да, доешь, наверное, мясо, пока бургер не проснулся. С сырым, хотя бы хоть что-то было. Блин,
Кто бы мог подумать, что в социализме самая главная проблема — это просто пожрать. А, у нас рис еще восстановил. О, да ладно, пока мы тут мучились, у нас рис поднялся. Это радует. Окей, главное, что теперь бургер не увидел рис. Куда ты пошел? А, опять он прибежал рис мою жрать. Тварь. Покормите меня, пожалуйста. Все очень дико голодные. Кровь, кишки, говно кругом. Да, вот так вот мы строим социализм. Ну, замечательно. Ладно, будем держать оборону в госпитале. Есть. Отлично, молодцы. Загнал его в угол, хорошо. Молодец. Начал сразу мне это мафало хавать, как сырым. Короче, у Богдана тоже кризис в социализме, и он решил это. Говорит, нафиг, не, я просто буду ходить этим грустным. Бургер вообще ушел куда-то далеко-далеко. О, посмотрите, кто бежит. Как только это унюхал, да, готовую еду, сразу этот... А, тварь. Бургер, ты достал. Прожорили. Вот, знаешь, этот... Вот бургер — это классическое представление социального паразита. Вот, вот, не, вот негр, да, типичный этот негр, что... Я не хочу быть частью социализма, потому что. А жрать нашу еду, которую мы производим, готовим, так сразу прибежал и стридивать. Он где-то здесь, в каких-то ебенях находился, унюхал готовую еду, сразу прибежал, жареное мясо. А быть частью и работать на благо мы не хотим. Да? Бургер, ты, конечно, красавец, я себя худею нафиг просто. Жрать так, пожалуйста, сидеть на социальных программах, и это у тебя проблем нету. А что-то сделать начинается. Еще и у меня же рейдж-мощь стал, потому что нафиг вот так вот работаете нафиг. Жрать все хотят, да, а работать никто не будет. И видишь, и из-за этого Богдан должен пиздей это получать. Что это такое нафиг? Жрать мою хавку. А рисковать жизнью должен Богдан, да, ходить мафало стрелять. Сейчас еще кролику достанется за что и про что. Достали все нафиг! На, кролик, по ушам надавал, тоже ни за что нафиг. У меня крыша уже от вас едет нафиг. Один тот режет собак нафиг, другой вообще просто жрет халявное мясо. Леголекс только единственное, нормально пытается что-то сделать. На тебе, короче, на, достал вы этот, да, негр сраный. Как жрать мое мясо, так сразу все могут. На, тебя в глаз еще получи. Что за происходит? Иди нафиг отсюда, блин. Хочешь жрать мясо этот? Все. Сиди на место. Знай, кто здесь твой, у тебя белый хозяин нафиг. Достали. Жрать мое мясо. Ничего ради блага общества не делают нафиг. И Леголекс тоже тебе нафиг. Куда ты пушку взял? А ну верни пушку, положи обратно. Я долго еще буду ходить психовать здесь? А нет, опять Богдан, извини, у меня просто не на кого уже этот злость срывать. Он еще и замерзать начал. Тупой негр, скинул с себя эти шмотки, а теперь мерзнет. Клятый белый человек, а потом превращается падать с велика. Проклятый, белый человек, спаси меня. Белый человек, это ж мой велик, блин. Куда я побежал психовать? О, еще одного кролика. На тебя, ушастая тварь. О, замечательно. И теперь человек в черном приперся. Кто спаситель социализма? Сейчас посмотрим. Ну, по крайней мере, мы этот остановили кровь ему. Но то, что он хавку принес, это просто уля-ля. Да, Ромер вовремя, наверное, рисовался. Иди готовь мясо быстрее. Так, я чувствую, бургер может так этот хайпотерм. А че он мерзнет так сильно? Окей, ладно, давай его тоже спасать. Тупая нигра, блин, без нас не может этот... Мясо, драться, это все пожалуйста, блин. А этот белый человек, спаси меня, да, опять во все поля нафиг. Тоже надо вытаскивать его из жопы. А кстати, мы теперь можем бургера месить только так. Сразу, если он будет воровать, сразу в морду дал. Потому что с одной рукой он особо не навоюет. Куда бургер побежал? А, он просто задал стрекача.
Ну, нормально, как обычно. А как только опять хавка появится, сразу прибежит, да, жрать. У меня тройной катарсис. Ты представляешь, через что я прошел ментально? У меня была кататония, психи. Запирался в комнате. И у меня просто, наверное, я какой-то... Мне не нужна трава. Я просто превзошел самого себя. И побыстрее надо все сожрать, приготовить, чтобы сраный бургер опять не прибежал нафиг. А, вот стоило только Нигу упомянуть, да, уже сразу прибежал. А, я опять с бургером пошел болтать, тусоваться. Блин, два сапога пара нафиг. Давай, выходи уже из транса, заколебал нафиг. Хой тут один балбес. Да, видишь, когда хавки нет, он убегает куда-то. В свое гетто. Не понял юмора? Кровище, однорукий бургер и мертвый мафла, да? Картина маслом вообще-то. Вообще надо бедрес понижать, потому что вы прекрасно можете работать и с синяками. Это для вас, блин, не смертельно. Все, идите работайте. Социализм для народа, скажем так. Никто не хочет работать. Все, ой, мне плохо, у меня настроение плохое, ой, я не в настроении. И продолжать лежать в своей блевотине. Нормально. Добро пожаловать в социализм. Для народа, скажем так. Кто там блюет? А теперь Леголекса блюет. Вся колония отравилась просто. О, отлично. Так, Ромер встал. Ну, камон, ну, Ромер, ну что ты делаешь? Ну какого хрена? Серьезно? Серьезно, ты только что выкопал. Блин, у нас теперь получается Ромер это некрофил. Выложил, да и нафиг просто. Выкопал и оттрахал его. У нас теперь еще в в колонии такой оказался, да, кадр? Тынь. Я просто от вас худею. От всех. О, я наконец-то встал. Ай, опять я упал в кататонию. Теперь народ опять голодает, а охотиться некому. Ромер, ну выйди, ну хватит трахать трупы, а? Ну сколько можно? Серьезно, блин. Ой, блин. Только этого мне еще не хватало. Беги, 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 беги. Ай, догоняет. Отлично, молодцы. Окей, пару порций есть и еды. Это радует. Теперь, пожалуйста, не траванитесь. Сегодня у нас, Богданыч, ты хорошо поработал. Молодец. Где огонь? Ой, боже мой. Ну, дождь идет или не идет? Дождь не идет. Замечательно. Хорошо, не так близко к этому. Хотя О, здравствуйте! Пришел! Наконец-то, мы не ждали его. Проголодался, да? Еще и траванутый. Интересно, а че он траванулся? Точнее, от меня он вроде, да? Урод. Ну, он сожрал мое мясо и наблевал на все остальное. Вот, ну не негр жили, вот скажи мне, а? Вот, бургер, почему ты такой вот мудак? Вот мудила, вот просто зла не хватает на тебя. Я просто худею с вас. Вот как можно быть вот таким вот наплевательски относиться этот. Я просто это вот вся история бургера здесь, то что он просто забил на цивилизацию, эти пользуются всеми благами цивилизации, это и а белый человек должен за ним потом ходить и убирать. Ай, бля, мне здесь не, слушай, дождь не пошел. Окей, не тратьте на это время. Блять, я весь посев потерял, а? Все, возвращайтесь. Тварь! Подрезал в последний момент, а? Ну где дождь? Ну камон. Бургер, может ты хочешь защитить нашу колонию тоже? Попробовать этот... Бургер, иди, давай. Будь членом этой цивилизации, а? Ну замечательно. Опять зайцы нападают. Слушай, шустрый, а? Окей, молодцы. Давай, ля, просыпайся, кататоник, сраный наркоман. Какой раз уже в кататонику? А, и замечательно еще. Просто горит рис, и еще там у него это, началась этот, зараза. Рэнди, что я тебе такого сделал, а? Что ты меня сегодня так ненавидишь? Может пойти опять по морде бургеру дать, чтобы полегчало. Здесь у нас будет рис, здесь у нас будет картошка. Вставай. Ой, ё-моё, опять 25. Причем они, кажется, 2 согрелись, да. Окей, ладно, попробуем закатить. Здесь бой надо принимать, конечно. Стопор. Ой, ну, Богдан, ну сколько можно, а?
Еще я пошел стол ломать. Ой, нафиг, до Ромера сейчас они дотянутся уже. Да, Богдан, конечно, молодец. Леголек спит, отдыхает, он приходит и начинает просто дубить в стену ему. Ну, правильно, конечно, еще от мафала отхватишь. Кошмар. Просто кошмар. Это все, все проблемы сегодня только из-за мафала. Все, ладно, сидим пока, ждем, пока они успокоятся. И опять вы сюда зашли, как специально. А, нет, ну вот нашел время сейчас выйти. А что Бургер делает? Он специально это нам здесь пожар развел, да? Так, короче. Ай. И все, просто все лежат. Ну давай посмотрим, кто успеет Леголекса спасти. Замечательно, здесь пожар и еще инфекция у Леголекса. Шикарно. И все из-за сраного мафала, а? Ну как вам такое? Теперь если... до того, как огонь доберется, я, скорее всего, умру от голода. А Богдан опять сгорит заживо. Богдан, у тебя что-то кремация у тебя постоянно в роду написано. Богдан, вставай! Сейчас жарко будет. Быстрее, тут огонь к тебе приближается. Я умер. Можете меня захавать тогда. Что это, комиссар? Окей, выключилось. Да, понятно. Леголекса тоже умерла. Ромер встать не может. И здесь из-за каких-то странных синяков. Вовремя дождь пошел. Зато склад сгорел. Да, Бургер не... А, кстати, где ты, зараза? Реально, единственный, кто здесь выжил, это Бургер. Да, вот сидит, ходит тут. Единственный, кто уцелел, это тот, кто покинул социализм. Единственный, кто выжил, это Бургер. Покинув цивилизацию. Однорукий Бургер. Ходит под дождем в ночи. Бургер не просто выжил, он процветает, да? Не говори. Вывод, главный представитель социализма, вовремя одичать. Однозначно. То есть, единственный способ, это как пережить социализм, это именно его дропнуть. Окей. Богдан умер, остался Ромер. И Ромер умер. Все. Дикари, блин.